Не в дверь. Сзади подойди. Опа, есть. Так, как все? Держаться? Так. Ты ж га... Так, так, так. Всем привет, друзья. У микрофона Тони Резус и Витёк. Это вторая часть нашего совместного приключения в Лос-Сантосе. Да, не забывайте подготовить пачечку под попкорна, можно даже немножко пивка, и мы едем в гараж. Тони, да, куда еще поехать двум? Получил отметку? Да, мальчику и девочке. 5 или 6. Кстати, цвет линии, так, цвет вот этого навигатора совпадает с цветом моей машины. Тебе это нравится? Да, конечно. Замечательно, мы все делаем по одному стилю. Слушай, а мы рядом. Да, кстати, действительно, мы можем даже отсюда увидеть мой дом. Отсюда нет. Давай, вот этот вот большой? Нет. Не-не-не, это вот эта вот девятиэтажка на окраине Москвы. Не-не-не-не, сейчас нет? Ты увидишь мой дом, и ты поймешь, о чем речь. Вот он. Вот этот вот. Кстати, дом тоже под цвет машины и этого самого. Слушай, и полоски. А в гараже-то у тебя тоже там пол, наверное, фиолетовый. Да, да, да. Ты подготовился к визиту. Он тоже, кстати, неоновый, по-моему. Хотя там все светленькое такое. Ну, короче, дом у меня вообще охрененно. Я могу заехать в твой паркинг? Не-не-не-не. Так это не работает. Плохо, плохо. Да. Ну все, тормози давай. Ты не можешь. Давай. Ты можешь зайти в мой гараж, но только на своих ногах, без колес. Слушай, ну не получается мне к тебе в гости попасть, ну, в таком случае мы отложим. Значит, я еще не созрела. Да. Ну ничего, знаешь, как говорится. Так, пропустить все. А, вот, пропускать всех, кто. Не-не-не, зачем мне пропускать? Приглашает в квартиру. А, да? Давай, заходи. О, детка. Слушай, я даже ничего не нажимал, меня прям автоматически закинуло, то есть она сама хочет, я ни при чем. А сейчас я могу, короче, я до этого сделал пропускать всех, кто рядом, в дом, типа, а сейчас могу сделать выгнать всех на улицу. Не-не-не-не, тихо, мне уже нравится, погоди. Ты где? Так, где у тебя туалет? О, я нашел кровать. Какую ты нашел кровать? Ты где, у меня дома, что ли, уже? Да. Серьёзно? Я тебя уже жду. Заходи, красавчик. Так, а где кровать? Я купил как бы этот дом, но я еще тут особо не гулял. Я еще не знаю, где у меня это. Чувствуй себя как дома, конечно, не забывай, что ты в гостях, друг. Я не могу. Она реально вломилась, я даже ничего не жал в первом делом сразу. Я стоял возле двери, я не знаю, как ты сюда попал. Обычно, когда приглашаешь кого-то зайти, он, знаешь, стучится в дверь, потом ты его впускаешь. А тут получилось, что когда я тебе говорю, меня засосало, я ничего не делал. Я просто стоял на улице, мне говорят, вас пригласили, меня засосало, и я тут же... Тебя прям в кровать засосало. Вот бы у меня в жизни так все работало, чтобы я просто подошел к своей двери, нажал на кнопку, и тёлки сами у меня в кровати оказывались. Засасывались бы в кровать. Даже в этом GTA онлайн все просто оказывается. Ладно, все. Выгнать всех на улицу. Все проработано. Меня выгнать. Я еще стать слишком, слишком пристрастился к моей кровати. О, я только выходим мы вместе. Уже удовлетворены. О, смотри, утро, нормально, поспали. Блин, угар вообще. Ой, видал? Ой, батюшки. Вот так вот, посади парня за руль, сразу перевернет тачку. И чего? Ну что ты с ней сделал? Посмотри, доверил, блин. Самое дорогое. Я какую-то машину крутую нашел. К сожалению, я ничего не вижу. О, еще круче нашел. Погоди. Точнее, засовываю назад и умираю. Я тебя уронил, извини, я просто увидел, во что превратилась моя машина. И у меня истерика просто. Я потерял контроль над своим зрением, я, короче, просто исчез. Так, ну что, давай заходим в гонку. Давай. Называется гонка облёт. Облёт облёда. Погоди, там какая-то девушка красивая идет. Ну я все, я уже такого ничего не вижу, я уже загружаю гоночку. Я с нее налик снял. А, в этот раз ты не едой взял, а наликом прямо сразу. Да. Внимание, вы становитесь психопатом. А, кстати, да, ты становишься... Ты психопат, чокнутый. Блин. Погоди, на меня менты охотятся. Я не могу прямо сейчас запрыгнуть, жду пока. За тобой что-то слишком часто увязываются менты. Ты какой-то, это самое, психопат. Я говорю, я люблю чудить. Я обожаю чудить. Если ты перестанешь обградывать бедных женщин и красть у них то еду, короче, то бабки, то тогда, может быть, все наладится и жизнь станет проще. Я всего лишь подошел к женщине,
споткнулся, голову кулаком ей зарядил случайно, достал деньги случайно. И все. С двумя или тремя звезды. Блин, они заехали. А, они сюда заехали, куда? Меня увидели, блин. А, так, ладно, я тогда выйду назад. Это, я чувствую, мне долго придется ждать, пока ты там будешь от них уходить. Ой, я вижу копов. Давай, хорошо, что они меня не разыскивают. А если я сяду... Эй, блин, меня чуть копы не сбили, прикинь, как было бы жестоко. Я надеюсь, если я сяду в твою тачку, они поймут, что я ее украл. Не подумают, точнее. Нет, все нормально. Погоди, я тут с горы скатываюсь кубарем. Очень даже занятная затея. Сейчас я к тебе приеду. Я такой выбрал своеобразный маршрут. Сквозь, короче, заборы, бассейны. Да как ты так же поехал? Ух ты, как я классно припарковался. Весь город видно. А, блин, я вообще потрясает меня, короче, ночной город, вот с гор. Когда смотришь, и ночь, огни, и особенно когда есть снайперская винтовка, короче, и ты смотришь, приближаешь, она прям так фокусируется. А, все, менты уехали, полетели. Летел. Ну, это ты как бы умеешь летать, но у тебя-то быстрая машина. А та машина, которая была твоей несколько минут назад, она уже вовсе не быстрая. Она даже сказала, теперь уже... Она уже обдолбанная. Она уже не едет, она просто катится по наклонной. Правда, вверх, но слушай, все же прикольно, катится. Механика от повреждения. У меня весь кузов в мелких коцанках каких-то. О, все. Ну что, приехали? Накай. О, я красивый. Ты решил не ждать, пока машина останавливается. Да. Чего терять время зря, когда можно просто... Ну, наконец-то, наконец-то. Я говорю, чуть-чуть весело. Мы полетаем. Ух, нифига себе, вот это самолет. Да. Ух, нихрена себе. Я, если честно, не летал. А почему он опять фиолетовый? Это прям... Видимо, это твой любимый цвет теперь. Так, чего бы мне взять такое, чтобы я мог лететь и это самое? Это, кстати, непростое задание. Вот, то есть тут без специальной подготовки ВВС просто так не справиться. Я, короче, взял себе большой черный самолет. Нет, я шучу, я взял себе маленький черный самолет. Вот, но это нормально. Так, поставлю даже на себя $200, чего мелочиться. 200, я 100 поставил. Ну, ничего себе. Гонка по воздуху. Да. Так. 3, 2, 1. Гоу. Ну, ничего себе, у меня, прикинь, у меня розовый огонь из... Из попки. Пукан горит, да, говоришь? Фиолетовым светом. У нас сегодня все, короче... О, у тебя тоже. У тебя не только пукан. У меня есть самолет фиолетовый. Сегодня у нас все связано с этим светом. Такая фиолетовая серия. Непонятно, с чего бы это. Эй, что с тобой стало? Фу. Я думал, что ты у меня врезался. Я опять услышал взрыв. Я влетел нахрен. Ай-яй-яй, не-не-не. Ох, я тоже покончил с собой. Жесть какая. Жесть это от первого лица. Вот это жесть. Да ты же все от первого снимаешь, точно. Не, я не все делаю от первого. Я поначалу, когда я только начал записывать GTA, я все хотел делать только от первого. Но в итоге я что-то так подумал, как бы, ну, оно не всегда просто выглядит эффектно. То есть мне самому-то по кайфу, как бы, от первого лица все делалось, ну, почти все. Вот, но оно просто не всегда смотрится хорошо. Сейчас я упаду! Ааа, бочку сделал какую-то, хрен не пойми. А я что-то... Я кверх ногами лечу. Я ничего не понимаю. Верните меня. Блин, я когда записывал первую серию с... Ой, черт, нет! Фух, блин, ты себе не представляешь, что сейчас было. Я сам не представляю, что происходит, но я короче... Я вижу там, как ты летаешь, как пьяный ежик. Но... Ай, черт, нет, все. Закончилось мое везение, моя удача, но я держался как мог. Я все еще первый, да? Я все еще первый прилетел. Так. Ой, надо куда-то назад теперь лететь. Ой-ой-ой, что происходит? Блин, классно сделано. Тут если хорошо научиться летать, то можно хорошо летать. Да ты просто кладезь какой-то. Не-не-не, ну что ж ты делаешь, самолет? Кладезь крутых выражений. Ёлки-палки, ни хрена себе тут виражи закладываю. Опять я кверх ногами лечу. Я закладываю прямо в землю, короче, закапываюсь. Я уж кверх ногами летаю, мне нормально. Если ты летаешь кверх ногами, то уже ничего тебе не страшно, короче. Ну да. Ай, ты там летаешь, да? Вот, наконец-то я тебя тоже вижу.
Ой, блин, не, не, ну что ж, что это? О, хорошо, хорошо, давай. А-а-а! Блин, плохо. Хорошо, что ты меня тут закрутило по полной программе, я никогда не вижу. Так, а я первый, кстати. Да, ты же давно первый. А, даже так? Да. Так, кажется, меня куда-то назад потянуло. Так, так. Назад потянуть тебе что-то. Начал останавливаться, что ли? Летел вперед, но назад остановился, повис в воздухе, как вертолет. Да, да. Интересно, а как радио работает в самолете, я не понимаю, каким образом? В вертолете, во всяком случае, а хотя да, я что-то слышу. У меня как бы, ну, оно отключено, но почти, но не полностью, то есть... Ау, у меня ой-ой, блин, как же от первого лица-то это, блин, такое ощущение, что в любую секунду, короче, тебя на куски, короче, поломает. Но каким-то образом, ой, я первый, я добрался до финишной прямой. Ах, ты ж прям перед финишем первый, господи, прикинь, я прям за тобой шел. Это если ты добрался до финиша? Да, я прям за тобой. Если а то у меня, короче, последний скриншот, ты, короче, прямо в воду летишь, как будто бы. Не, ну нормально, 2200. У меня 3300, да, и 190 RP. Эх ты, танцует еще, ты смотри, а. Да, я даже могу включить синтезатор сделать. О, байкеры какие-то сраные едут. А, блин, байкеры — это опасные люди. О. Мне готов. Кажется, после того, как я, играя за Тревора, уничтожил всю их банду жестоко, они недолюбливают меня даже в GTA Online. Они запомнили, короче, что это было я, теперь выслеживают. Какой байк ты поймал, а? Классный. А? Чё? Хочешь, покатаю? Хочешь, я тебя на своем мотоцикле кожаном, ой, извиняюсь, обычном покатаю? Такое ощущение, что у тебя мысли где-то не о том. Так, я уже тебя вижу, я к тебе еду. Кожаная машина? 4x4, короче. Ух ты ж, нихрена себе, да, я действительно вижу. А можно я к тебе в кузов запрыгну? Можно. Ну я бы... А, я думаю, что ты сможешь... Ты чё? Я чуть не угробил. Давай, припаркуйся. Сейчас я буду с холма на тебя прыгать. А, ты хочешь вместе с байком прямо? Конечно, слушай, без. А, я думал, ты так хочешь залезть, короче, и сесть. Ну ладно, давай попробуем. Так, вот встань, вот так, стой, все, стой. Я не могу долго стоять, у меня спиды. Я думаю, ты не долетишь. Ты даже не прыгаешь, ты просто едешь. Надо разогнаться посильнее, погоди. Возьми лучше мой байк, он валяется где-то там возле... Ладно, слишком далеко. Погоди, это тоже какой-то крутой байк. Блин, тут есть, короче, одна гонка, которую кто-то сделал. Теперь ты перелетишь. Ох, я тебя толкнул. Я тебя толкнул? Не, давай, короче, попробуем что-то по-другому как-то. Давай я к тебе с моста можем. Я, ты ко мне в кузов. Спасибо. Цепляйся за багажник. С моста... С моста, да. Не, нужен, короче, другой попрыгучий байк. У тебя Харли Дэвидсон, и он... Нормально все с ним. Он очень большой и тяжелый. У меня больше шансов запрыгнуть на тебя, чем у тебя на меня. Да, кстати, реально тачка, которая может переезжать препятствия, людей. Давай, около, стой, там прям. Жесть, он неуправляемый. Я предупреждал тебя. У тебя колесо забагало. Чит, мужик. У тебя человек забагал. И дай, как я тебе. Опа! Смотри, как я умею переезжать преграды. Слушай, Симон меня задолбал. Он мне звонит и звонит. Дай-ка я послушаю, что он говорит. А, Симон. Алло, моя милая девочка, говорит. Это твой дядя Симон. У тебя опять ролик? Да, у меня ролик. Мне Симон звонит по телефону. Когда... Странно. У меня ничего такого не было. Да у тебя просто это, хакнутая версия. На торренте скачал 100%. О, нихрена себе! Я появился, а тут на меня такой бульдозер едет, нахрен. Аж прозрел. Да. Блин, я думаю, что за фигня тут валяется, я не понял, что это байк. Блин, странно. Привет! На! Эх, я чуть не запрыгнул в тебя. А где мой байк? Ну-ка, покатай меня, большая черепа. Давай просто это самое, залезь в этот багажник. А как? Не в дверь. Сзади подойди. Так, давай. Ну-ка. Не, оно все равно в дверь лезет. А, тогда просто запрыгни. Можешь запрыгнуть? А, ну-ка, давай попробую.
Выходи, говорю. Че, все равно у тебя прыгает. Опа, есть. Так, как все? Держаться? Так. Ты ж га... Ты видел? Ты это видел? Я не знаю, что видел ты, но я видел то, что, блин... Короче, держись. А что ты падаешь постоянно? А я не знаю, как держаться, если честно. Какая-то давай, это самое, катай меня. Да я, просто... я же на шпильках, понимаешь, мне тяжело. А-а-а. Вот в чем дело. У тебя тоже видно, что ты головой ударился, открыл ту самую дверцу. Я тебе заднее стекло. Как ты меня задавил? Ты упал мне под колеса. Вот что такое сила инерции. Как говорят японцы, когда умирают, они еще 7 лет продолжают работать по инерции. Город чудесный. Завод, работать на заводе. Давай посмотрим, я посмотрю, где ближайший этот человек есть, мы его зачудим. Да. Так, я думаю, надо взять нам с тобой какую-нибудь классную машину. Такой Бигфут тоже, да? И заехать вот в город. Классная машина. А правда уже не выглядит особо классной, но она классная. Погоди, я остановил одну. Едь сюда. Погоди, тут же жердяй какой-то. Давай. Тихо, ты что с мужиком сделал? За что ты так с ним? Я просто хотел, чтобы он лег отдохнуть. Давай, садись, поехали, сейчас чудить будем. Сейчас мы это самое будем неожиданно нападать на людей. Я могу тебя застрелить? Посмотри от первого лица на меня, на тебя пистолет направил прямо тебе на лицо. Сейчас. Да, действительно. Прекрати застрелить. А, нет, мозги мои, мозги. Быстрее, как знаешь, когда это самое, хотят, чтобы поторопились, по ногам стреляют, типа. Так я тебе по голове. Погоди, я ногами на педали жму. Не надо мне в ноги стрелять. Я думаю, ребята в городе не ожидают сейчас Бигфут увидеть какой-то. Вот, если ты будешь много убивать гражданских, то тогда ты тоже станешь красненьким психопатом. Понятно. За меня несколько раз уже 3000 баксов вознаграждения назначали. Я тогда с другом играл, он меня убил. Он меня сразу. Он сказал, господи, за тебя столько денег дают. Дай-ка я тебя убью. Это предзаказная версия GTA была или ты купил уже? Да. Там кто-то прям из пулемета стреляет, слушай. Да. Блин, меня как-то из танка убили. Один раз. Так, слушай, я там человека вижу. Бегущий. А, ну. Садись! А как он сядет? Садись. У нас двухместная машина. А, извини, sorry. I have two places. Ну, может, на русском понимает. Может. Хотя маловероятно. Так, а где красненький-то? Вон он. Красненький, да, вон он. Движение. Вон красный, давай, готовься. Вон, сейчас. Налево, слева. Так. Ой, блин, я о, думаю, блин, он на танке! Ва-а-а! Отсюда, я что-то это сам увидел и засомневался в том, что мы сможем его... Ты хочешь поиздеваться над призраком? Ну давай. Ну а чё? Давай, у тебя соль есть? Обсыпай круг соли, давай. У меня... Мы же с тобой это сверхъестественный агент. У меня куда-то пропали пистолеты, у меня уже было куча пистолетов. Пропали куда-то. Давай убьем его в голову. Не, мы не сможем... Эй, там кто-то орёт. Такой, Кто-то орёт? Где? Давай его убьем. Слушай, нет, он почему-то пошел человек, туда. Вон он убегает. А зачем всё, он уже не убегает. Но зато, ой, смотри-ка, кто-то нас атакует. Ой, по мне стреляют. Нормально, я с этим чуваком в машину сел. С призраком. Каким? Он меня увозит, спаси. Спаси меня, призрак увозит. А меня тут, короче, это сам... Меня бандиты убили. Я вижу танк, так. Знаешь, в этой игре в гляделке самое главное, чтобы танк не увидел тебя. Так, блин, там жахи такие прям. Так, танк там кого-то расстреливает. О, все, я покончил с собой, короче, на трассе. Я, видимо, появлюсь сейчас где-нибудь, где меня не было раньше. Господи, что-то расстреливает кто-то кого-то. Походу, дело меня расстреливают. Прикинь, я разбился на байке, а вообще не поднялся на... Жесть, тут какой-то трешняк. Блин, где ты? Мне надо тебя найти, а то я что-то куда-то забрел не туда. Ага, ух, ничего себе, далековато, да. Убивают. А, бежим. Так, не, ну как туда попасть? Жесть, нет, даже там не знаю, из танка, если... он реально, он из танка за мной едет, я пешком бегу, он на танке. Ах! Чё ты меня убил-то? Танк? А как я за домом был вообще?
А, он может сквозь дом прострелить. Ну, то есть он стреляет по дому, а взрывной волной, короче, или землетрясением тебя превращает в фарш. О, господи, мы сейчас с тобой пересечемся, сейчас я в тебя въеду. Все, пошли вон тех этих пацанов палить. А что врезался у меня, что у тебя даже передние фары не разбились? Ну так я же мастер врезания. Кстати, мы убили чувака, который был там, помешал нам врезаться друг друга. Он, там менты за кем-то гоняются, давай. А я байк нашел. Мне как бы не везет с байком байк сегодня. Нахрен тебе байк, поехали тут этих пацанов валить. Вот тут на мосту целых двое, я за ними еду. На байке-то по-любому всяко удобнее их валить. Ой, еще и горный байк. Интересно, на нем можно прыгать, как на велике? Есть, короче, гонки на великах. Тоже угарно. Я кого-то убил. Танк, он одноразовый? Не, это такой же обычный танк, как и машина. Обычный танк. Обычный танк, как и машина. Отлично сказал. Кстати, насчет чудес, где ты? Так. Тут что-то все чудеса происходят, а меня там нету. Я как-то как будто бы не там где-то. Слушай, я танк нашел. Че, он пустует? А я не знаю, он какой-то погорелый. А, он уже использовал меня, типа. Я уже приближаюсь. Но там этот красно-перый чувак уже вновь вернулся в игру, и он едет куда-то на чем. Он опять на танке? Не знаю. Сейчас проверю. Он уезжает. Так, за мной три звезды, ни хрена себе. Не повезло тебе. Я еду за этим человеком в кру. А, не, он обычный, без танка. Обычный без танка, я к вам. О, господи, какое дерево тут неудачное, а? Я как бы еду за ним, но... А, блин, он это самое, он в безопасном режиме. Вот так нечестно. Я нашел бандитов, короче, подъезжай ко мне. Сейчас мы будем бандитов тратить. Блин, у меня что-то прокололо колесо. Я еду как сумасшедшая херня. А я просто упал. Что это за машина? Опять что-то взрывается. Это я чудю. Я нашел, короче, вау, вот это круто. Найди какую-нибудь гоночную тачку и приедь ко мне. Ты молодец, блин. Найди и приедь. У меня тут менты гоняют на каком-то супер-пупер. А, вот рядом со мной прямо. Тут, короче, крутое место. Тут типа гоночное... Ой, черт! Что произошло? Я взорвался. Опять танк? Да. Блин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что-то бить. Классное место нашел. Валим отсюда, тут нахрен какая-то херня происходит. Вот это война, вот это я понимаю, экшен. И на этом, дорогие друзья, пока все. С вами были Виктор и, конечно же, Тони Резус. Подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки этому видео. Ну и, конечно же, читайте описание, там много полезной информации. Ну, а, конечно же, видео кончается, но приключения-то продолжатся.